Предлагаю к продаже ресивер немецкий, ничего не делала, знатная контора Телефонкин, модель называется Телефонкин TR-300 Hi-Fi. Аппарат очень звучный, с жирным звуком, бас просто великолепен, даже можно лондосы не включать, свои басы у него просто превосходные. Вот, значит, аппарат построен на транзисторном ходу, на кремниевых транзисторах. Вон они там стоят, красивенькие, зеленый, черный, черный, зеленый. Как говорится, комплементарная пара. Не копанное состояние, отличное. Вот, значит, немцы умели делать ресиверы. Очень хорошо звучит аппарат. Перед алюминий, крышка металл. Вот, значит, включается вот так, тык. У него один тюнер только, значит, стоит нормальных денег. Можно брать его как тюнер. Плюс еще усилитель, фонокорректор прекрасный. Вот, все горит, все светится, ничего не трещит. Трещат только дискретные вот эти. Требл бас, баланс, все как хорошо написали. Ни кёхен-мёхен нету, тут все как по-английски, красиво, культурно. Значит, стерео радио FM принимает от 88 до 108 МГц. Все, что нужно для прекрасного прослушивания радио нашей страны. В частности, я его настроил на 90.1, радио Эрмитаж 4 кубика, слабенькая станция, стерео декодер работает. Вот, значит, моно, стерео. Вот, значит, кнопка включения, две пары акустики, подсоединение точка тире у них сзади, сопротивление от 4 до 16 Ом, выход на наушнички 6,3 и какой-то вот такой замороченный там немчурский монитор. Есть у него входы AUX, тейп и монитор, то есть получается у него можно две вертушки, два магнитофона, в общем, пять входов у него. Лондос прекраснейший лондос, расширение диапазона, малый громкостях, два фильтра, высокие и низкие, low, high, значит, стерео, моно, АФЦ подстройка тюнера, значит, громкость, баланс, бас, требл, улучшайзеры, переключатель, селектор функций. Ну, я сделал его под, как бы на монитор подсоединил. Вот, и значит, ручечка настройки винира. Все это красиво и все надежно. Неубиваемый, как танк. Такой серийный номер у него. Значит, есть RCA-шные разъемы и дублируются также они и 5-пиновыми. Вот, к сожалению, акустика только вот так вот подсоединяется, точка тире, но это не проблема. Переходнички стоят 50 рублей штучка. Вот, первая пара, вторая пара. Состояние очень хорошее, звучит, скажу вам, ребята, аппарат огонь. Так, ну что, подсоединим мы 90.1. Что у нас тут? Включаем мы ему чилийцев. Канал.
Значит, весит он 9,5 килограмм, мощность развивает 2 по 50 ватт, размер у него 440, не 430, а 440. Прошу учесть, кто в стойке себе будет брать. Ну, тюнер великолепный, чуйка просто превосходная. Вот слабенькую станцию на 4 кубика, на проводочек 40 сантиметров берет. Аппарат достойный, Телефункин, Германия, модель Телефункин TR300 Hi-Fi. Спасибо.